Всем подписчикам большой привет! Сегодня уже наступили время холодов и продолжаем тему про обогрев помещения, в частности гаражей. У меня есть на канале видео про инфракрасный обогреватель. Это керамическая печь, которая имеет разную мощность от 0,5 кВт до 4 кВт, и есть она в продаже. То есть пропан, бутановая смесь обычная из баллона, подается в эту печь, и за счет того, что образуется стехиометрическая смесь и она проходит через соты, идет прогрев керамики, который становится излучателем, инфракрасным излучателем. Я вот сейчас покажу температуру этой керамики. Видите, да? Ее температура 522 градуса. Это керамического излучателя. Но эта печь сама по себе, как обогреватель, хорошая, малоинерционная, но я бы желал и у себя сделал к ней отражатель. Это старый прожектор, вернее, он новый прожектор, корпус от прожектора инфракрасный, который был осветительным прожектором. Он из хорошей нержавеющей стали и служил для освещения на железной дороге. Но сейчас они за бесценок продают его, такой стоит около 500 рублей. И если мы свою печь, вот эту инфракрасную печь, дополним каким-то отражателем, вот он, то мы существенно расширим ее сферы применения для обогрева. То есть она будет у нас из источного источника рассредотачивать тепло в нужный нам объем. То есть мы с помощью вот этих отражателей можем делать локальные зоны прогрева от точного источника и там делать зону комфорта. Сейчас есть такой способ обогрева: не топить все помещение, а делать себе рабочую зону и обогреваешь только эту рабочую зону. Вот такой вот отражатель существенно расширит вам сферы применения вот этих инфракрасных обогревателей. Вообще для него нужна вытяжка, то есть у меня включена в гараже вытяжка, и она продукты сгорания удаляет через вентиляцию. Вообще он прогревает достаточно быстро. Вот он работает всего лишь 10 минут, но уже помещение прогрето. При минусе и нуле на улице. На улице сейчас 0 градусов, а здесь уже комфорт. То есть очень быстро можно прогреть и экономное помещение. Спасибо всем за внимание.